Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор вот таких вот конфеток из фикс прайса. Называются они Алекс Рэнди. Такое название. Звучит, мне нравится, как звучит. Мультизлаковые конфеты с темной глазурью. То есть предыдущий у нас обзор был с вами с белой глазурью. Вот они у нас. Тоже можете посмотреть на него обзор. То здесь уже у нас темной глазурью, 150 грамм. Здесь еще что-то там по-английски написано, классик. Здесь что-то еще. А, как кукуруза. Так. Здесь, конечно же, они в Китае есть, эти конфеты. И где-то еще, и в Дубае, наверное, что ли. Не только за границей, вернее, это в Америке, то есть американский. Не знаю, напишите в комментариях, кто живет за границей, у вас есть вот такие вот конфеты или нет. Напишите, будет интересно. Или в Китае, там, в Японии, может быть, видели их. Так, наш состав будет уже здесь, непонятно как. Будет очень сложно прочесть, но кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, здесь также есть витамины А, В1, В2, В3. Железо, фосфор, магний, натрий, кальций. Представляете? Сколько всего в одних конфетах. Вот они все здесь написаны. Кстати, у них есть даже Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке они есть. То есть они даже есть везде. Жалко. Красненькая только одна. Красная такая большая упаковка. И красненькая конфетка только одна. Но это, конечно, честно, это очень обидно. Особенно, кто любит красный цвет, покупает красную упаковку, и тут только красная одна. Напишите в комментариях, кто пробовал, были ли у вас побольше красных конфет. Зато здесь есть зеленые. Но они, в принципе, все одинаковые. А, давайте их посчитаем, сколько штук их здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Целых 16 штук. Ну, пробовать мы, конечно, будем желтым. Желтая, как пшеничка, как желтенькое солнышко наше, да, любимое? Без солнышка мы же с вами никуда. Настроение у нас падает без солнышка. Мы с вами сидим и смотрим такие обзоры. Здесь написано все то же самое, что-то даже по-английски написано. А, ну, по-английски написано, да, понятно, почему теперь. Так, она, кстати, очень легкая, ее можно взять с собой в сумочку положить, и если вы захотели где-нибудь кушать, ей перекусить. Открываем. Так. Она, кстати, такая корявая. Внутри она похожа на... Вы поняли, о чем я. Не буду говорить это вслух, чтобы не портить вам настроение. Но белые были как-то более симпатичнее. Она, кстати, как будто... Обычно делают такие, как злаковые, как будто они слеплены, с чем-то там слеплены. То тут как будто клейкую массу налили, слепили. И кроме вот этой вот коричневой штуки здесь больше ничего не видно. Как будто она каким-то шоколадом, кстати, слепленная. Давайте попробуем. Неприторно сладкая, рассыпчатая, жуется хорошо. Вкус шоколада. Прям такой же вкус. По ощущениям, как будто это кукурузные хлопья, переломленные, слепленные вместе, только со вкусом шоколада. Ну, наверное, так и есть. Вроде там кукуруза что-то нарисована, да, мы видели. Ну, вкусная, со вкусом шоколада прям обалденное ощущение, даже как будто там используется такой дорогой шоколад. Перекусить можно. Не знаю, накушаетесь вы этим или нет, или собьете аппетит, но это вкусно, мне понравилось. Иногда вот так вот можно себя побаловать. После вкуса, ну, такое, что вы съели шоколадку, остается вкусное. Ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях пишите отзывы, кто пробовал такие конфеты.
каких странах, городах за границей, или, может быть, в России вы их видели, напишите, какую цену они стоят за границей. В фикс-прайсе она в районе 50 стоила. Пишите свои отзывы, если вы пробовали их, понравились они вам или не понравились. Также смотрите другие ролики, другие обзоры на конфеты, на технику, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Болталки, как я вместе с вами болтаю, рассказываю разные истории своей жизни, очень интересные. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться.